В ритме самбы, румбы, квикстепа в столице Чувашии разыграли медали чемпионата и первенства республики по танцевальному спорту. Нижний Новгород, Ульяновск и, конечно, Чебоксары. 500 танцоров из 18 команд с разных регионов нашей страны приехали в столицу Чувашии показать свое искусство в этом виде спорта. У зрителей просто разбегались глаза, и это неудивительно. На паркете сразу 10 пар. И это лучшие из лучших. Впервые мы проводим в формате закрытого чемпионата и первенства Чувашской республики. Здесь участвуют только топовые пары в своих возрастах. То есть это не классовые спортсмены, которых, как правило, много в каждом возрасте, а именно пары самого высокого класса в той или иной возрастной категории. И эти пары отбираются на чемпионаты первенства страны. Европейская и латиноамериканская. Традиционно конкурс разделен на две программы. Возрастных категорий было 6. Среди самых юных танцоров лучшими стали воспитанники клуба «Грация» Марии Пайковой и Виталий Чумычкин. Они получили звание спортсмена года. Для нас это большая победа. То, что мы заняли первое место. Мы спортсмены года. Сколько мы выиграли с Машей соревнований, не считать. А вот это самая главная награда – соревнования. За соревновательный день пары выходили на паркет до 30 раз. Танцевальный марафон начинается еще за кулисами. Оттачивают каждое движение, каждый шаг. Снова и снова натирают подошву жесткой щеткой, чтобы не подскользнуться. Но даже если это и произойдет, партнер всегда поддержит. Взаимопонимание – главное в паре. Именно это и помогло принести клубу «Эврика», в котором занимаются Ксюша и Никита, первое место. Миша и Полина танцуют в паре вот уже 7 лет и даже не могут вспомнить, сколько заработали медалей за это время. Каждый из них уже мастер спорта. И на этом чемпионате танцоры заняли первое место в латиноамериканской программе. Для нас в любом случае важно не просто выиграть соревнования, а тренироваться, выкладываться по полностью, чтобы в перспективе выступать хорошо на чемпионатах России и турнирах, которые проводятся за рубежом. Именно Миша с Полиной отправятся представлять республику на всероссийском соревнованиях. Первое место на первенстве Чувашии и прямая путевка на чемпионат России без отбора. А уже в следующие выходные танцоры отправятся подтверждать свой рейтинг на чемпионат ПФО в Нижний Новгород. Пожелаем им удачи. Юлия Важенина, Семен Антонов, Республика.